кто это не делал, бросьте в меня камень. Вот ну, один, может, прилетит там какой-нибудь от, я не знаю, от кого. Думаешь, на видео это все делали? Я думаю, 70-80% это делали мужчины с женщинами друг друга. Это пересылают. Человек такого определенного статуса, конечно, не имеет права, чтобы такие вещи появлялись. Это тоже согласен полностью. Я никак себе оправдания в этом не нахожу. Но это уже случилось.